Друзья, всем добрый день и солнечная страна. Всем большой привет, дорогие друзья. Канал Арбатом с вами. Добро пожаловать на наш канал в YouTube, дорогие друзья. Только что кто-то попал случайно. Всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. Ваш интернациональный канал, ваш семейный канал. Приветствует вас город Мерсин, дорогие друзья, район Пече. Скоро хочу с вами поделиться одна интересная квартира, красивая квартира, вид очень красивый. Хочу с вами поделиться именно сегодняшний наш предложение именно для вас, дорогие друзья. Но хочу изначально немножко с вами поговорить, если вы разрешаете, друзья. Так, город Мерсин. Про город Мерсин хочу с вами поговорить. Почему люди приезжают? Мы только что сегодня еще у нас клиенты из Украины, которые получили ТАПУ. Еще раз поздравляю их, друзья. Получили ТАПУ, счастливы, довольны. Еще после обеда тоже будет получать другие люди, которые купили из России. Какой город название? Какой-то после Екатеринбург, Харбут, какой-то Харбут. И, короче, я забыл, где вот этот волк на снеге катается. Очень холодно, сказали там, очень холодно. Короче, я сейчас не помню, Харбут какой-то город, так что очень довольны, счастливы, хорошие, добрые люди, в самом деле, почему-то не знаю, сюда в Мерсине приезжают большинство людей, вот это очень позитивные, энергичные, добрые, дорогие друзья, все добрые, как будто сюда тянет, потому что это город Мерсин, семейный город, дорогие друзья, здесь атмосфера совсем другой, здесь очень большой возможность есть, дорогие друзья, так что здесь песчаные, длинные, широкие пляжи, очень красивые пляжи, природа очень красивые, свежие, натуральные овощи, фрукты, дорогие друзья, очень красивые овощи, фрукты здесь. И здесь еще большой плюс, что вы знаете, друзья, еще большой плюс, что очень доступная недвижимость. Очень доступная недвижимость, дорогие друзья, здесь, в самом деле, это очень большой роль играет. Это поэтому я называю это город инвестиционный город. Для инвестиций город, в самом деле, для инвестиций город, очень красивый, хороший город. Как раз такое время можно дешево купить, если захотите, через 2 года, через год, даже не 2 года, через год, через 8 месяцев вы дороже можете продавать. Перепродавать можете. Это для инвестиций город, дорогие друзья. Есть по поводу инвестиций, как правильно инвестировать свои деньги в Турции, города Мерсин, недвижимость, дорогие друзья. Ваш человек в Турции, который его зовут Алсун, всегда с вами на связи, дорогие друзья, это моя родина. Лучше меня никто не будет знать, правда, подробности глубоко турецкой жизни. Поэтому, друзья, поэтому обязательно рассматривайтесь город Мерсин. Здесь очень большой потенциал есть на будущее. Здесь это город, перспективный город, правильно я сказал, да? Тяжело немножко это слово. Перспективный город. Перспективный город на будущее очень хорошо. Поэтому здесь есть вы пожилые люди, друзья. Вы даже для своей дети, ради своей дети, можете сюда, что поставлю, можете сюда переехать, чтобы они тоже здесь учили, образование получили. Здесь университет есть, частные школы есть, государственные школы есть. Очень богатый город, дорогие друзья. И, между прочим, друзья, еще раз хочу отметить, здесь пляж. Пляж очень красивый, ровно, вот такой ровно. Идет. Вечером тоже мы смотрели возле пляжа, кушали. Вечером даже люди купаются, они идет 100 метров, 200 метров, все равно не глубоко. Это очень хорошо, в самом деле, это как
Miami, здесь, в самом деле, друзья, как местные тюрки между собой это обсуждают, красивый город, в самом деле, только надо знать, какое место купить. Для этого нужно вам консультант, дорогие друзья, консультант. Значит, чтобы это город, надо хорошо знать, какие районы друг от друга отличаются, какие районы на будущее хорошо, какие районы летний район, какие районы зимний район, в каком районе газ, отопление есть, в каком районе пляжи хорошие, какой район на будущее хороший, потому что каждый район есть свои городские планы, дорогие друзья. Для этого вам нужно турок, дорогие друзья, именно который здесь родился, чтобы вот это все подробности знал, чтобы у вас будущее было хорошее. У нас столько много людей покупает недвижимость здесь, в Мерсине, они все довольны, счастливы, это меня радует, это для меня дополнительная мотивация, дорогие друзья. Так что давайте теперь начнем наш сегодняшний обзор, вот это показывать, потому что действительно очень красивое месторасположение, красивый комплекс. Вот как вы видите, детская площадка есть, вот такой детской площадка есть здесь, и здесь у меня сзади место беседка для места. Вот здесь вот у меня сзади, что это такое, баскетбольная площадка тоже есть. В самом деле очень богатая инфраструктура, дорогие друзья. Так что место расположения очень хорошо. Это район Теджи, район Теджи, очень перспективный город, я вам говорил. Уже здесь газ есть, здесь на будущее очень хорошо. Это самый близкий район до центра Мерсина после Мезитли. Мезитли немножко дороже, но Теджи это дешево. Здесь доступная недвижимость, дорогие друзья. Очень красиво, хорошо. В самом деле, можем с вами еще посмотреть. Вот здесь есть парковочное место огромное. В этом плане Мерсин тоже очень большой плюс, дорогие друзья. Каждый комплекс, практически каждый комплекс есть свой парковочное место. Земля большой. Домах друг друга не близкие, потому что много земли пока дешево, поэтому застройщики свободно используют вот эта земля, дорогие друзья. Аквапарк есть, место вот это барбекю есть, дорогие друзья, и действительно очень красивый комплекс. Между прочим, друзья, сад очень красивый, хорошо, очень большой сад, я очень люблю, как-то есть сад. Сад для меня важен на самом деле, чтобы глаза радовались, дорогие друзья. Вот такой два дома. Посмотрите, два дома, но они друг друга не близки. Друг друга не близки. Это очень высокий 14 этажей дом и богатая инфраструктура, дорогие друзья. Очень богатая инфраструктура на самом деле. Есть открытый большой бассейн, фонтан есть в саде. Фонтаны есть и огромный зеленый территорий. В самом деле, посмотрите, вот здесь можно сидеть, общаться. В самом деле, я вам говорю, здесь баскетбольная площадка есть, детская площадка есть, очень красиво, хорошо. Давайте еще идем посмотреть полностью. Хочу вам сад показывать, потому что очень красивый, хороший комплекс. И самое главное, еще место расположения, дорогие друзья. Место расположения очень хорошо. Это район Теджи. Еще раз повторяю. Район Теджи. 2 плюс 1 будем смотреть с вами. 115 квадратный метр. И цена очень хорошо для такого места расположения, для такой видом, дорогие друзья. Очень хорошо место расположения. Вот такой длинный, широкий сад, дорогие друзья. И вот такой еще бассейн. Вот такой бассейн. Детский бассейн. Вот такой горки. И здесь вот такой душ. И здесь еще продолжение сад, друзья. Продолжение сад. В самом деле, море недалеко, буквально 300 метров отсюда. Это главный выход, друзья. Вот такое огромное парковочное место. Здесь, между прочим, русскоязычные люди уже живут. Уже русскоязычные люди живут здесь.
действительно, вот такой огромный парковочное место, и генератор тоже есть. Красивый, хороший комплекс. Давайте. Конечно, очень хочу вам показывать. Вот это наш подъезд. Подъезд вот такой. Красивый, хороший подъезд. Я не знаю, у вас какой подъезд. У нас подъезд. Всегда так красивый, хороший подъезд. Важно, как-то люди заходили, чтобы было хорошо, красивый подъезд, чтобы глаза радовались. Два лифта есть. Один здесь лифт, один лифт здесь. Очень красивый, хороший подъезд. Посмотрите, вот такое дерево. Очень красивый, хороший, в самом деле, друзья. Вот в таком виде. Очень красивый подъезд. Давайте поднимаемся теперь. Вот это газ, дорогие друзья. Когда вы покупаете недвижимость в ТЖ, район ТЖ Мизити, у вас вот такой газ будет. Теперь мы с вами заходим внутри. Вот так, друзья, теперь мы с вами заходим после газа. Газ смотрится вот так, друзья. Действительно, это очень хорошо, когда есть отопление. Именно в этом плане Мерсин хорошо. Так, друзья, теперь мы с вами заходили внутри квартиры. Вот с левой стороны есть такой шкаф. Красивый, хороший. Вот такой шкаф есть. На самом деле, это новый квартира, только что сдан. Дом, дорогие друзья. И очень много продано, и мало здесь осталось квартира. Еще я очень люблю, что в Мерсине есть обои. Вот такой обои стандартный. Здесь это норма. И домофон. Вот домофон, друзья. Сразу мы с вами попадем куда? С левой стороны вот такой зал есть с кухней, вместе с кухней зал. Вот такой красивый, хороший зал. Вот так, друзья. Очень большой зал, в самом деле. Посмотрите, очень красивые потолки, высокие. Очень красивый. И вид на море. Находимся с вами на 8 этаже. Разные этажи есть на продаже недвижимости. Дорогие друзья, вот инфраструктура здесь уже более... прозрачно видно. Вот такая инфраструктура. Вот посмотрите. Через эту дорогу вы идете на море. Вот море здесь. Даже меньше 300 метров. Вот. Очень красиво, хорошо. В самом деле погода тоже очень хорошо. Очень вот в таком виде квартира продается. Вот такое отопление, видите? В этом плане ТЖ очень хорошо, потому что здесь есть отопление, красивый шкаф, да? Только здесь нужна уборка, дорогие друзья, от стройки осталось вот такой грязь, нужна уборка. Действительно, очень красивый, хорошо. Посмотрите, вот это качество очень хорошо, такой красивый, просто очень хорошо. И давайте еще другие комнаты тоже посмотрим вместе. И здесь есть общий санузел. Вот такой общий санузел есть. Душевая кабина. И камень очень красивый там. Здесь вот детская комната. От детской комнаты еще есть выход на балкон, дорогие друзья. Балкон очень красивый, хорошо. Квадратный балкон. Вы даже можете этот балкон засветлить. Еще вот это уже родительская комната, уже шкаф есть. Видите, вам не нужно шкаф покупать, шкаф уже выходит в стоимости. Такой квадратный вот такой шкаф в самом деле, друзья. Очень красивый, хороший шкаф. Давайте откроем, посмотрим. Я люблю подробности посмотреть, показывать в самом деле. Друзья, вот такой недвижимость продается в Мерсине. Действительно, очень хорошо и доступно. Я вам цена скажу, не переживайте. Цена тоже скажу. Очень красивый, очень хороший. В самом деле, это уже родительский санузел. Видите, камень, какие красивые камень, да, используют здесь застройщики. Вот такой красивый, в самом деле, камень. Очень хорошо. Материал используется. Вот это все. Красивый, хорошо, в самом деле. Вот таком виде. И здесь есть еще французский балкон. Смотрите, французский балкон. Очень красивый, хорошо. Вот этот вид никак-то не закроется, потому что здесь впереди 5 этажей дом.
И поэтому ваш вид, как есть, так остается. Еще раз повторяю, разные этажи, разные квартиры есть на продаже. На продаже. Это просто я вам примеры показываю. Планировал практически одинаковые 2 плюс 1, 115 квадратный метр, друзья. Вот в таком виде она продается. В самом деле красивый, хорошо. Действительно, друзья, я здесь стою в балконе, смотрю на море. Море действительно это наш общий врач, но бесплатный врач, дорогие друзья. Наш бесплатный общий врач это море, дорогие друзья. Обязательно приезжайтесь и купайтесь, дорогие друзья. Не только здесь глаза радуют, еще как-то купайтесь после этого себе, совсем по-другому чувствуете. Я это от себя знаю. Море – это врач. Это однозначно, дорогие друзья. Так что вот такой город. Город Мерсин, дорогие друзья. Море, солнце, свежий воздух, овощи, фрукты. Очень вкусно, дорогие друзья. Это уникальный город. Очень богатый инфраструктура. Очень богатый исторический место. Есть это город, дорогие друзья. Город Мерсин, дорогие друзья. Если собираетесь недвижимость купить в Мерсине, вам нужна очень полезная, хорошая, правильная информация, дорогие друзья. Потому что это новые направления, новый город. Просто... кому вы обращались, чтобы этот человек должен знать глубоко турецкую жизнь в Мерсине, глубоко знать вот это все районы на будущее, какие планы, в каком районе, какие планы это должен, вот этот человек должен знать, чтобы вас хорошо направить, дорогие друзья. Итак, вот эта квартира, какая цена, вы знаете, очень доступная недвижимость в Мерсине, дорогие друзья. 2 плюс 1, 115 квадратный метр. 330 тысяч лир. Сколько евро получается, я не помню. Я не знаю, вы переводите на евро. Пока здесь в Мерсине продается лирам, дорогие друзья. Где-то там, наверное, 33, да? 33 тысяча евро. Если я не ошибаюсь, может быть, 35. И каждый момент курс меняется. Короче, лира. Лир 330 тысяч лир, дорогие друзья, цена начинается от 330 тысяч лир. Это в восьмом этаже, я вам показывал, вид на море. Есть другие квартиры, другие этажи на продаже. Если вам интересно именно вот такие предложения, можете свой человек обращаться, который его зовут Асым. Всегда на связи, дорогие друзья. Я вам желаю счастья, удачи из Мерсина. Большой привет! Если из Мерсина что-то вам нужно, друзья, обязательно пишите, звоните, я с вами на связи. Всем удачи, пока-пока!